поздравляю! Мы этого ждали почти 12 лет, и наконец это случилось. Анонс полноценной второй части Алана Уэйка. На этом The Game Awards нам показали всего лишь коротенький тизер-трейлер, но даже в нем оказалась куча всяких интересных и скрытых мелочей, о которых я сейчас и расскажу. Так что вставляй новую лампочку в свою статуэтку ангела и поехали! Трейлер начинается с некоего места преступления в дождливом лесу. Можно сразу подумать, что это лес Брайтфоллса, но не спеши с выводами, у меня есть чем тебя удивить. Я думаю, большинство тех, кто видел этот анонс, сразу заметили два треугольника, вырезанных на дереве слева, поэтому давай сразу о них. Не секрет, что треугольники имеют особое значение в контроле, предыдущей игре Remedy, которая находится в одной вселенной с Аланом Уэйком. Там треугольником представлен сам совет. Точнее, он представлен пирамидой, но пирамида на плоскости становится треугольником. Если ты вдруг не играл в Control, то совет — это некие непонятные мистические существа из другого измерения, которые имеют значительную власть в агентстве, изучающем паранормальщину, так как эти существа могут наделять человека особыми силами. Чтобы подробнее узнать об этом всем, можешь посмотреть мои ролики по Control или сам поиграть в эту замечательную игру. Так вот, совет в контроле представлен треугольником, но не обычным, а черным и перевернутым. Сразу скажу, черные перевернутые треугольники тоже есть в трейлере второго Алана Уэйка. Вот они, на второй сцене, которая сменяет лес. Обычные же треугольники в контроле наоборот противопоставлялись совету. Но кого именно эти треугольники представляют? Во втором дополнении к контролу, которое как раз про Алана Уэйка, в некие моменты нам довольно быстро показывают доску, на которой находится карта Брайтфоллза и куча каких-то пометок. Большинство из этих пометок невозможно разобрать, но все же есть парочка, которые видны четко. И вот тяна, на этих пометках присутствует тот самый символ с дерева. Он подписан как культ древа, и на карте эти символы находятся рядом с городком Ватери, который соседствует с Брайтфоллзом. Поэтому я предположу, что лес из трейлера — это как раз лес Ватери, а не Брайтфоллза. В своем прошлом видео я уже предполагал, что события Alan Wake 2 могут развернуться и в Ватери, так как в ремастер Алана Уэйка зачем-то добавили несколько абсолютно новых постеров, ссылающихся на этот городок. И как по мне, после выхода трейлера второй части, эта вероятность становится значительно выше. Ну а теперь давай подумаем, что это за культ, чему они поклоняются? Какому-то дереву? Все в том же контроле, в первом дополнении древом жизни назывался сам старейший дом, мистическое место, где происходит вся игра. Также там говорилось, что совет — это паразит, который присосался к старейшему дому. Да и вообще, в первом DLC к контролу совет предстает в очень плохом свете. И если это все не охереть какое совпадение, то возможно культ древа как раз те, кто хочет очистить старейший дом от паразита, а треугольники, которые по лору противопоставляются друг другу, находятся в трейлере неспроста. Возможно, это намек от разрабов, что во второй части Алана Уэйка мы увидим противостояние культа древа и совета, а Уэйк примет в этом всем непосредственное участие. Так это или нет, мы узнаем уже довольно скоро, а пока перейдем к телу, которое присутствует в первой сцене. Труп головы мужчины лежит на столе, и его явно кто-то истерзал до смерти. Быстрее всего, умерший является владельцем вот этого дома. И я предположу, что раз на территории его дома находится дерево с символом культа древа, то это один из представителей культа. Возможно, первая сцена в трейлере показывает нам результаты войны культа против совета. Далее голова оленя, которая находится под столом. На самом деле, если присмотреться, то можно заметить, что это никакая не голова, а всего лишь довольно реалистичная маска, наподобие вот этой. Быстрее всего, она принадлежит погибшему. Если он действительно состоял в клане древа, то я не удивлюсь, что он, например, восхвалял природу, танцуя в лесу голый в маске оленя. Этим, кстати, и объясняется его нагота. Возможно, его убили как раз во время некоего обряда. Ну и последнее интересное в первой сцене — это термос позади стола. Алан его не подобрал, а значит, не получит все ачивки.
Теперь перейдем ко второй сцене трейлера. Дождливый лес неожиданно сменяется на некий такой же дождливый город. Предположу, что это Нью-Йорк, так как наш писака именно оттуда. Причем хочу обратить внимание, как произошла смена локаций. Это не нарезка кадров, чтобы показать игроку места, где будет проходить игра. Лес именно растворяется, а город появляется на его месте. И если присмотреться, то во время этого перехода по краям видна тьма. Так что на самом деле это все еще темная обитель. Она меняется, подстраиваясь под реальные места в нашем мире. И возможно, в Alan Wake 2 такой переход будет некой механикой, благодаря которой мы сможем быстро переместиться из одной локации в другую. О том, что Wake все еще находится в темной обители, говорят и еще несколько вещей. Станция метро во второй сцене трейлера имеет название улицы Кальдера. Если что, Кальдера — это такое озеро, которое появляется в жерле вулкана. И озеро Колдрон, которое ведет в темную обитель, как раз является Кальдерой. А через дорогу от входа в метро висит плакат с Томасом Зейном, который не должен находиться в нашем мире, так как Зейн выписал из реальности почти все свидетельства своего существования. Этот же плакат мы можем увидеть во сне Алана в ремастере первой игры. Также во второй сцене, наполовину закрываемая мостом, висит неоновая вывеска Ocean View. Опять же, для тех, кто не играл в Control, Ocean View — это мистический отель, который находится непонятно где, и двери которого ведут в разные измерения. И именно через этот отель главная героиня Контрола смогла увидеть Вейка в темной обители. А сразу за вывеской отеля висит еще одна, но уже с надписью «Кинотеатр поэта», что является явной отсылкой к Зейну, который по лору был вначале поэтом, а потом стал кинорежиссером. Ну и последняя вывеска во второй сцене гласит «Инициация». А вот что это значит? Хотя в конце первой игры Уэйк садится писать книгу с названием «Возвращение», она у него не получается. Он делает несколько попыток выбраться из темной обители, но они все проваливаются. Тогда он приходит к выводу, что между отправлением в другой мир и возвращением оттуда должно быть приключение в этом самом мире, чтобы вся история получилась полноценной. Поэтому Вейк откладывает написание возвращения и начинает другую книгу, которая и называется «Инициация». И изначально я думал, что под этим кодовым названием проходят события в американском кошмаре. Но, видимо, я ошибался, и «Инициация» — это как раз Alan Wake 2. А если это так, то получается, что «Возвращение» нас ждет лишь в Alan Wake 3. Надеюсь, нам не придется ждать ее еще 13 лет. Ну а теперь перейдем немного к другому вопросу. Что может находиться в здании с названием «Инициация»? Инициация — это обряд, посвященный человеку, который переходит на некий новый уровень чего-либо. И в играх это можно заменить привычным нам словом «прокачка». Доказательств этой теории у меня, конечно, нет, но я предположу, что город, который нам показали в трейлере, может оказаться хабом для Вейка. Здесь он будет получать новые способности и прокачивать их, брать квесты от других NPC, например, от Зейна в кинотеатре или от Джесси в отеле, а чтобы их выполнить, он будет перемещаться в нужные локации при помощи тьмы. Прав я или лев, мы узнаем лишь с выходом игры, ну а теперь перейдем к следующей сцене трейлера. Дождливый город все так же через темноту меняется на дождливый Bright Falls. О том, что это именно Bright Falls, а не какой-то другой похожий городок, говорит как до боли знакомый вид, так и баннер к празднику Дня Оленя. Празднику, который проходит только в Bright Falls. Да и к тому же в этой сцене слева можно увидеть доску для меню из нашей любимой закусочной Ох Дир. Рад, что они не закрылись. Интересно, Роуз после всех событий в Alan Wake все еще там работает? Думаю, мы скоро об этом узнаем. Кстати, по баннеру ко Дню Оленя мы можем узнать и год в игре. В первой части Алана Вейка, события которые разворачивались в 2010 году, был 68-й ежегодный День Оленя, а в новом трейлере уже 81-й. Получается, что в игре на дворе 2023 год. Так что события Alan Wake 2 будут проходить в год выхода игры. Еще из интересного в сцене с Bright Falls можно отметить и другую доску для меню. Правда, на ней не цены на местные деликатесы, а надпись «Твои друзья встретят его, когда ты уйдешь». Именно это говорил Зейн о мистере Скретче, когда представлял его Алану.
Так что это явный намек на то, что мистер Скрэч вернется в Alan Wake 2, или я съем свою мышку. Далее, сцена с Брайтфоллза меняется вновь на сцену с предыдущим городом, где мы уже можем рассмотреть Вейка довольно близко. Теперь он носит все черное, отрастил длинные волосы и мстит преступникам за свою собаку. Ой, прости, это не то кинцо. Теперь у Вейка есть небольшая, миленькая сумочка через плечо. У меня была похожая, когда я был студентом. Remedy уже рассказали, что второй Alan Wake поменяет жанр. Теперь это будет не экшен-хоррор, а сурвайвал-хоррор. Поэтому нам придется выживать. А зачастую в играх этого жанра, чтобы выживать, приходится много лутаться и крафтить. Так вот, сумка Вейку нужна быстрее всего, чтобы удобно собирать лут, а не распихивать его по карманам джинс. Также в трейлере сложно было не заметить новый необычный осветительный прибор Вейка. Это некая статуэтка ангела с лампочкой. Вообще это похоже на обычную лампу, но без плафона и провода. И я дам два варианта, что это. Первый. Возможно, это обычная модифицированная Вейком лампа, которой в игре мы будем искать батарейки. Второй же вариант – это то, что предмет в руках Вейка может оказаться предметом силы, наподобие тех, что Джесси использует в контроле. Пиши, какой вариант ты бы хотел увидеть, а я перехожу к последней сцене трейлера. В ней нам лишь на секунду показывают озлобленное и окровавленное лицо Вейка. Быстрее всего, это и есть мистер Скрэч, иначе зачем Remedy незадолго до этого впихнули в ролик цитату о нем? Кровь на его лице вряд ли его самого. Возможно, это он убил того бедолагу из первой сцены. Тогда может оказаться так, что мистер Скрэч на самом деле на стороне совета. Напомню, что в американском кошмаре Скрэч говорил, что он работает на неких страшных тварей из темной обители. Да, совет находится на астральном плане, а не в темной обители. Но что, если мы в контроле просто не увидели всю картину целиком? Что, если астральный план – это и есть темная обитель, ведь обитель может принять абсолютно любой вид? Вот и все интересное, что я смог выудить из трейлера второго Alan Wake. Если ты тоже что-то обнаружил или с чем-то не согласен, то расскажи об этом в комментариях. И если тебе понравился ролик, то не пожалей ему лайка и подпишись на канал. До скорого!